от 15 до 70 тысяч рублей. Именно такой штраф придется заплатить юридическим лицам за ненадлежащее содержание территорий в зимний период. Наша съемочная группа вместе с инспекторами Госадмтехнадзора отправилась в рейд, чтобы посмотреть, как убирают снег в Люберцах. Мы видим, что часть территории убрана от снега, а часть территории, вот видим, уже уплотненный снег, который не убирается. Это в основном касается внутридворовых проездов. Зимнее содержание дворов поселка Калинина – типичная ситуация для всего города в целом. Видно, что территории регулярно расчищают от снега, однако не везде. В основном убирают тротуары и дорожки у подъездов, а вот проезжая часть оставляет желать лучшего. А вот твердое покрытие. Так должно быть. И как у нас любят шутить, да, почувствуйте разницу. Что касается детских игровых площадок, то тут все в порядке. Это отметил инспектор Госадмтехнадзора, оценив их визуально. Однако и тут не обошлось без «но». Расчищенный снег и сколы льда должны вывозиться, а не сгружаться на газоны. В борты может складироваться только чистый снег, который вот свежевыпавший. Да, которые еще не посыпаны ни реагентами, ни уплотненные, никакой. Вот должны создаваться специальные площадки мини-карманов. Ответственность за уборку внутридворового пространства лежит на управляющих компаниях. И если через 5 дней инспекторы обнаружат здесь такую же картину, то ответственных лиц ждет административный штраф. А здесь у нас уже с тыльной стороны вот идет общая такая дорога. И также хочется отметить, что зоны ответственности по содержанию данных автомобильных дорог у нас должны быть разные. А вот за чистоту квартальных территорий отвечают те, кто содержит общегородские дороги. Здесь ситуация лучше, однако идеально в Люберцах выглядят лишь тротуары, а также региональные, межмуниципальные и федеральные проезжие части, которые чистит Мосавтодор. С момента окончания снегопада любое усовершенствованное покрытие, любой проход, проезд должен быть очистить до твердого покрытия усовершенствованного. То есть от всех снежно-ледяных образований, ледяных и снега до твердого покрытия. Сейчас невозможно зафиксировать события административного правонарушения, потому что вот снег, он все-таки еще идет. Отметим, по окончании снегопада у рабочих есть 12 часов, чтобы убрать территорию. По истечении этого времени сотрудники Госадмтехнадзора имеют право зафиксировать нарушение, после чего злостные нарушители получат предупреждение или административный штраф от 15 до 70 тысяч рублей за каждый объект благоустройства. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.